Всем привет, дорогие друзья! Добрый день, наши любимые подписчики, гости канала Данхель и просто проходящие мимо. Мы находимся сегодня на горе Кошка или Кошкая. Сегодня мы вам покажем прогулочку небольшую по этой горе и спустимся в сам Семииз, посмотрим на скалу Дива, на сам пляж, посмотрим, какая там вода сегодня, прозрачная или нет. И сколько там людей. Да. А сейчас мы вам покажем, как мы добирались сюда. Добирались мы на автобусе номер 128. Едет он от вокзала Ялты и приезжает в Голубую лагуну, или как называется это? Голубой залив. Голубой залив. Вот здесь вы выходите и обратно чуть возвращаетесь пешком. Если у вас есть личный автомобиль, можно на нем. Также есть и другие автобусы, будут рядом написаны номера. Либо на такси в районе 800 рублей с Ялты. Ну вот мы приехали до горы Кошка, или Кошкая. Быстренько вам покажем. Археологическая информация. Да. Обычно никто это не читает. Ну, пойдем смотреть. Удобно сделана лестница, перила. Лавочки для отдыха. Ну да. Также здесь смотровая на Айпете. Она сейчас в облаках. Ее плоховато видно. Также можно пойти по тропе, а можно подняться выше. Такие гладкие камушки, можно подскользнуться на них. Вот. Вам небольшие виды. Сегодня облачно. Айпетри вся в облаках, еще раз повторюсь. Вот спинка кошки. Пойдем. Мы здесь не одни. Да, людей много. Вот, нам повезло. Экскурсия. Надеемся. Как-нибудь обойти. Мы будем немножко обгонять, я думаю. А я на это надеюсь. Листва уже желтеет. Потому что уже 5 сентября. Это не весна. Вчера был небольшой дождь. Видно по лужам. Сусанин Иван. Да, надо подъехать сюда еще раньше. Тогда мы с вами бродили вообще одни. Ну, мы этого не знаем точно. Да. Тропа огорожена. Можно идти и не заблудишься. Есть место, где посидеть. Да, очень часто лавочки встречаются, очень удобно. С такими вот видами. Отдохнуть, что-нибудь съесть, выпить воды. Вот этот обрыв тоже с интересными видами. Такая вытоптанная площадочка. Можно пройти правее. Трещины те в камнях. Красота. Можно сюда пройти?
Видно скалу Дива возле Семииза. Не знаю, сейчас поднимемся, будет видно ее. Думаю, будет. Вот она. Внизу. Покажу пальцем. Вот там. Красивые облака. Обволакивает прямо и Петри. За такие виды однозначно лайк. Пойдем выходить. Тут заросли все. Может, наверх зайти? Посмотреть, что попытайся. Там? Попытайся. Я думаю, что сюда заходили, потому что вытоптано. Конечно, заходили. Я тут далеко не первопроходец буду. Вот такие камни. Опа, скользкое. Скользкие камушки. Семиизи волны. Сейчас ветерок поднялся. Вот Татьяна, вот лежит. Вот там даже камень маленький в форме кошки. Видно, вынен. Ну, похоже, по крайней мере. Ну, вот такая красота. А здесь у нас гуляем по камням. Тут обрывчик небольшой. А вот там еще можно подняться наверх. Давайте сюда зайдем. Прогуляемся. О, вон тут еще красивее виды. А вот на эту сторону. Вон и кошка гуляет по кошке. Кошка гуляет по кошке. А мы любим кошек. Ну, а дальше там, думаю, смысла нет лезть. Там ничего красивого уже не будет. Пойдем вниз. Тут ветерок такой бывает, кайф. Ну, по хребту, думаю, не полезем. В тапочках лезть туда. Не самая правильная идея. Вот они, камушки.
камни, конечно, скользкие. Ну, пройти можно. Лучше, конечно, идти в специализированной обуви, а не в сандалях вот таких. Ну, это тоже вроде как трекинговые сандали, но это не точно. Выходим дальше на тропу. Вот она, Татьяна. Сейчас мы к ней подойдем. Вот такие здесь можжевельники. Сад камней маленький. В одно дерево. В общем, кайф гулять тут. Камушки мхом поросли. По тенистым аллеям, камни во мху все. Запахи какие. Тропа опускается вниз. Мне кажется, что она петляет. Ага. Вниз, потом вверх. Здесь камни очень красивые. Везде есть урны. За урны плюс. Такое ощущение, что шашлыки жарили. Разведение костров запрещено здесь. А, хочется туда наверх подняться, но там все в колючках. Вот это вот все. Колючки. Мы туда не попадем. Ну, идем гуляем дальше, смотрим. Наслаждаемся видами. Красотой. Я уже море отсюда вижу. Здесь две тропы. Налево пойдешь, направо пойдешь. Там смотровая. Похоже. А пойдем лавочка налево. Стоит. Ну или пойдем, ладно, на смотровую, потом пойдем да. Туда. Здесь вот природная смотровая. Здесь мало что видно. Может быть, выше подняться. Я это и делаю. Опа. Да тут обрыв. Ребята. Опа. Здесь вот такая вот стена. Вот такая. С обрывом. Какие-то чайки кричат. Слышно. Здесь под нами тоже большой обрыв. А ну куда он там идет, посмотрим. Это еще изогнутый.
Вот и смотровая. Прошли от этого камня вот сюда, поворачиваете, под кустами пролазите. Здесь есть вот такое место классное, можно сфотографироваться на этих камнях, которые свисают прямо над обрывом, или на этом камне тоже свисает. Попробуем дальше пойти. Попробуем дальше, там что-то кустарник опять. Может там какие-то виды поцарапать. Здесь вот можно пройти. Не сомневаюсь, что тут часто ходит. Мы пройдем. Пролезем. Ау! Башкой ударился. Так, и что мы тут видим? Видим камни.
и спину кошки. Вот камень висит, смотри как. Красиво. И это все? Да. Вся кошка? Можно залезть на хребет, но у меня тапки не позволят это сделать. Ну вот мы спустились с горы кошка. А вот вы ее можете видеть. Правда, похоже? На кошку, да. Ушки, шейка и выгнула спинку. Также вот видно подвесной мост. Можно по нему пройти до скалы Дива. Либо просто забраться на лестнице по ней. По лестнице на самый верх. Сейчас пойдем покажем вам водичку. Водичка очень чистая. И у нас, возможно, с минуты на минуту начнется дождь. Потому что уже начинает чуть-чуть накапывать. Ветерок еще такой есть. Поэтому ряд небольшая на воде. Это детский пляж. Но все равно видно, какая вода чистая. Там также есть пляж на скале Дива. Пойдем пройдемся по пляжу, посмотрим, сколько людей осенью, 5 числа, сверху черные тучи. Красота. Идем искать себе местечко. Да? Ну, капец. Намочил себе ноги. Ну, обзор большой. Людей для 5 сентября считаем много. Было бы солнечно, было бы вообще вода сказка. Ярко-яркая, голубая бирюзовая вода. Цвет воды. Чистейшая, прозрачная. Сверху находится кафе. Быстрого питания. Hungry Bird кафе. И других много. Также проводится ярмарки по выходным. Галька крупная. Лучше бывают папочки. Наверное, на пляж Дива не пойдем, останемся здесь. Там больше волны. Здесь волн почти нет.
Также видно вход, автоматы, с едой, с водой. Что, останемся где-нибудь здесь?